У меня был такой случай, когда ребенок поступил в больницу, поступил в реанимацию. Эта девочка поступила в бессознательном алкогольном опьянении, без родителей, привезли там друзья. И там через несколько часов приехали родители. Они, конечно, напрямую не угрожали, но они достали оружие, да, с вопросом, почему наш ребенок находится голый в реанимации. А в реанимации, допустим, все дети, должны, все люди должны быть раздеты, потому что обеспечить быстрый доступ, если это необходимо.